два дня подряд неприятная погода. Сейчас надо сгонять по-быстрому на почту. Там привезли один прибор для баланса белого. Про него расскажу, покажу. Вроде как бы достаточно офигенная вещь, но хочется ее попробовать. Стоит ли она того или нет, естественно, как бы в процессе расскажу. Ну и, собственно, еду на почту. Интересно, что за штука, чем она сможет мне помочь. Ну, вот прям вот вообще интересно. Главное то, что она маленькая, удобная. Ну, как говорят, будем посмотреть. Так, посылочку забрал, теперь прям предвкушение, что сейчас прям баланс белого заблестит. Теперь интересно, там интересный процесс отбивки, тоже попробую, не знаю, насколько это правда. Обычно баланс белого по свету отбивают, то есть в направлении объекта, а здесь как бы обратная ситуация получается, что баланс белого отбивают наоборот, в сторону света. Ну, собственно, сейчас будем пробовать. Итак, пришел мой девайс. Посмотрим, что это за хрень. Так, вот такая вот штучка. Сейчас будем ее смотреть, что она из себя представляет. Прямо интересно. Такая вот штука подносится к объективу и делается баланс белого. Ну что, будем пробовать? Итак, что мы сейчас делаем? Мы сейчас попробуем 2-3 варианта. Первый вариант у нас будет в автоматическом режиме, в котором я сейчас записываю, посмотреть, какой же будет баланс белого, потому как с улицы, по идее, светит он должен, ну, такую достаточно хорошую мадженту дать, то есть мы все это увидим на компе. И попробуем следующий кадр отбить баланс белого и посмотрим, ну, насколько он поменяет картинку. Итак, следующий у нас вариант получается. Отбил я сюда в сторону окна с помощью вот такого вот баланса белого. Стоит он порядка 1200 рублей. То есть, еще раз повторюсь, он прикладывается к объективу и отбивает баланс белого. Ну, на мой взгляд, штука достаточно хорошая и работает неплохо. Ну, как по мне, даже лучше, чем карта серого. Насколько могу себе представить и насколько видел в обзорах. Попробуем еще отбить баланс белого в сторону света, который светит вот с этой стороны. Третий вариант. Отбил в сторону света, но здесь как бы он сделал 5400 и сделал М1.